любимые подписчики и гости моего канала Афро Мангу Мукбангу. Ну что ж, собираюсь на работу. Все. Оделся сейчас. Кофточку достану. Тоже ее надо одеть. Кофточку мою одеть. А то холодно на улице. Промерзает все потихонечку, промерзает. Все, сейчас надо выходить уже, уже пора. И на остановочку. Скорей, скорей. Быстрей, быстрей. Ставь лайк, если любишь пятницу. Все. Так. Ну вот, вышел на улицу. Уже бегу на остановочку. Тут у нас забор стоит вокруг школы. Вон школа, забор. Он постоянно закрыт. Ну, открыт только со стороны столовой. Вон там вот столовая у школы. Там открыто, а так закрыто. В общем, через школу не пробраться. Через забор все. Оградили заборами. Раньше этих заборов не было. Вот. В общем, неудобно. Приходится обходить. А раньше под 45 градусов. Под 45 градусов шли и шли к остановочке. Было ближе. А так квадратами ходить не очень. Фух. Вот я иду, иду. Машина еще встала. Забор, забор. Я иду. Руки отмерзают уже. Ну вот так. Минус 3, наверное, где-то. Вчера, по крайней мере, было минус 3. Все, иду. Ну, у меня что-то не было влогов. Все. Заметался. Снимаю только мукбанг, а влогов нету. Подумают, куда подевались влоги. Судя по комментариям, я неплохой рассказчик, да? Влогов. Что-то иду, рассказываю. Так. Все. Почти пришел. Осталось немножко до остановочки. И прыг в автобус. Пирожки, пирожочки. Пятничка сегодня.
автобус. Ждем-с. Как раз мой. Ну что так далеко-то?
потихонечку приближаюсь. К рабочему месту. Камера какая-то грязная опять. Надо потереть. Сейчас посмотрю. Ну вот, получше. Самокат оставили. Вот самокат стоит. Тут был случай, рассказывали, по-моему, по радио, говорили, или по телевизору, то, что там мужчина один ехал на самокате, он у него взорвался, короче, во время езды. Ну, наверное, это самое, короче говоря, вода, наверное, попала в самокат, замкнула, аккумулятор нагрелся. И взорвался. Ну, скорее всего, так и было. В общем, герметичность самоката была нарушена. Ну что, человек получил термический ожог. Наверное, ног. Вот, лежит в больнице. И так. Так что опасно с этими самокатами. Здесь, прежде всего, их надо герметизировать, чтобы они были герметичны и воду не, чтобы в них вода не попадала. Да, вот он самокат достает. Ну, чтобы все было герметично, все швы внизу, там все, чтобы ничего такого не было. Вот. А так, как средство передвижения, самое нормальное. Да. Так, ну ладненько. Травка замерзла уже. Я сейчас перехожу дорогу. Иду. Люди просыпаются. Пятничное утро. На работу всем пора. Просыпаются, завтракают и бегут на работу. Да. Так, ну ладненько. Встретимся с вами вечером. Скоро уже. Для вас это 1 секунда, а для меня некоторое время. Да. Иду пешочком. Ботинки блестят. Хотя на коробочке было написано кроссовки. Не знаю, это ботинки, скорее всего. Вот. Новенькие, потому что ботиночки. Так, все. Иду.